Все профессии нужны, все профессии важны, а настоящие мастера своего дела важны вдвойне. Именно таких лучших из лучших работников муниципалитета чествовали в Видновском дворце культуры 16 апреля. В этот день мы по традиции отмечаем заслуги тех людей, которые своими результатами, своим делом добились успеха в своей профессии. От рабочих специальностей до мастеров высоких технологий. Теплые слова поздравления и благодарности сменялись награждениями отличившихся сотрудников предприятия муниципалитета. Каждый из тружеников действительно достоин и награды, и благополучия. Я поэтому желаю, чтобы каждый труд почитался, уважался и получал должное вознаграждение. Чтобы в ваших домах было тепло и уют. Чтобы ваши семьи жили счастливо и благополучно. Всех, каждого хочу поблагодарить. Вы все вносите свою толику в огромный вклад в развитие нашего округа. Среди награжденных слесарь-ремонтник Московского коксогазового завода Роман Юткин. На МКГЗ он трудится с 2003 года, ремонтирует конвейеры и транспортеры. Вы любите свою работу? Ну, конечно, люблю, иначе бы не работал, не проработал бы столько лет. Все нравится, все устраивает. Каждый день что-то новое, что-то интересное. Всего же награды от губернатора Московской области, Московской областной думы, Ленинского городского округа и Совета депутатов получили в этот день 39 тружеников муниципалитета. Очень приятно, что в эти майские такие будут праздничные дни нас решили отметить. Значит, наш труд ценен и как бы очень приятно это. После торжественной части виновников торжества ждала праздничная концертная программа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.